Друзья, всем привет! Сегодня сделаем самоделку из решетки от старой духовки и остатков полипропиленовой трубы. Но для начала надо очистить решетку до блеска. Решил попробовать это сделать специальным средством. Пошел на улицу и приступил. Но сколько бы я ни пшикал и сколько бы ни ждал, грязь не уходила и не оттиралась. Поэтому, немного разочаровавшись, я применил проверенный метод и взял шуруповерт с железной щеткой. И дела пошли заметно быстрее. И уже через каких-то 10 минут я получил почти идеально очищенную решетку. Далее примерил кусок полипропиленовой 20-мм трубы к решетке и отрезал два куска. Также, приложив полученные трубки к решетке, я сделал отметки маркером. По этим отметкам надо сделать пропилы. Для этого я с трубцины прижал трубки и аккуратно болгаркой делал пропилы. Делать это надо не торопясь, потому что труба сильно греется и начинает плавиться. Остатки потом срезаются канцелярским ножом. Ту же процедуру я проделал со второй трубой. У края прорези в трубе я сделал отверстие на 6 мм. Это на 1 мм меньше, чем пруток, из которой сделана решетка. Я имею в виду наружную ее часть. Далее подравниваю оба куска труб и приступаю к пайке. Сначала припаиваю тройники. Затем маленькие кусочки. Далее идут уголки. Ну и оставшиеся куски тоже соединяю. Размеры не знаю, делал все по месту и исходя из остатка трубы. Но те куски, которые торчат из тройников, я сделал короче, чем те, которые из уголков. Теперь надо эти трубы через прорези вставить в края решетки, до фиксации или до щелчка. То есть пока решетка не встанет в отверстие в трубе. С другой стороны делаем то же самое. А далее можно идти тестировать. Для этого идем в дом и вешаем нашу решетку на батарею или конвектор. Получилась вот такая вешалка для маленьких вещей. Ночью уже прохладно, и конвектор мы на ночь включаем, и тем самым вещи быстро высыхают. В отопительный сезон, конечно, конвектор будет всегда включен, и такая вешалка будет постоянно в деле. Вешалка висит достаточно уверенно и никуда не упадет. А после легко снимается и убирается. Друзья, вот такая простая идея сегодня. Ставьте лайки, если она вам понравилась, и пишите комменты. Как думаете, рабочая штука? Те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.